сегодня будем играть Trivia's Hop. Не знаю, может кто-то из вас ждал возрождения этой рубрики. Мы пытались снимать эту штуку, но мы потом все удалили из-за авторских прав. И вот я вам хочу сказать, что поставьте видео в 0.75, чтобы нормально все было слышно, а не ускорено. Потому что авторское право иначе будет. И сейчас все играющие такие: че, если вы играете, то вы, наверное, заметили, что у меня вот этот скин из VIP. На самом деле я не покупал VIP. Просто раньше можно было за рекламу посмотреть и получить эти два скина. Но я решил только на этот скин рекламу смотреть, и не зря причем. Обнова вышла прям на следующий день. После того, как я рекламу посмотрел, я офигел, конечно. Так, сегодня самую первую песню, наверное. Погнали. Ребята, еще попыточка. Я забыл, что тут реклама. Что, мне не даст запустить песню, что ли? Не знал, что я выбрал, нет? Нет, дал. Доходил бесконечный уровень. Это жесть. Что-то сложнее стало. Он намного сложнее, такое ощущение.
знаете? Я с ума уже схожу от этих писклявых голосов. Это ужас. Я почти косарь набил. Это какой-то ужас просто. Он в глазах мелькает. Меня одного эти голоса с ума уже сводят. Вот серьезно, капец. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Всем пока, с вами была я, Тымка.